Праздник настоящих мужчин. В преддверии Дня защитника Отечества в зале Ивановской государственной филармонии личный состав воинских формирований, ветераны и представители силовых структур. На сцене руководители области. Я сердечно поздравляю с наступающим праздником всех военнослужащих, ветеранов, личный состав всех родов войск, всех сотрудников правоохранительных органов с этим действительно всенародно любимым и почитаемым праздником. Благодарственные письма за высокий профессионализм в этот день получили военнослужащие, внесшие личный вклад в патриотическое воспитание молодежи. Подчинение Геннадия Никандрова 1600 человек, и каждому нужен индивидуальный подход. Мы воспитываем любовь к родине, патриотизм, готовность в любую минуту стать грудью за свою родину, а не просто носить форму. Летчики, десантники, ракетчики. В Ивановской области дислоцируются 4 крупных воинских соединения, личный состав которых неоднократно принимал участие в парадах на Красной площади. Это настоящие защитники Родины, которые в случае опасности готовы дать отпор врагу. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.